Добрый день, мои уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня у меня на обзоре замечательный набор, эксклюзивный набор от компании Apnex. И это две монеты серебряной Либертад. Очень интересная история этой монеты. В 1981 году президент Мексики Лопес Портильо распорядился выпустить серебряную монету Либертад весом в 1/3 унцию. И что интересно, на этой монете не была указана денежная стоимость или, как мы говорим, номинал. Намерением президента было предоставить мексиканцам твердый, традиционный денежный инструмент с официальной денежной котировкой. Но, к сожалению, после нескольких месяцев существования этой монеты в качестве денег от денежной котировки пришлось отказаться. А вызвано это было тем, что Центральный банк публиковал ежедневную котировку этой монеты, исходя из международной цены на серебро. А следовательно, денежная стоимость унции каждый день то поднималась, то падала. В результате участились судебные разбирательства между инвесторами касаемо денежной стоимости контрактов, связанных с Либертадом. И тем не менее, Центральный банк Мексики до сих пор продолжает чеканить Либертады весом в 1/3 унцию с ежедневно колеблющейся стоимостью. А мексиканцы за все эти годы накопили в качестве сбережений примерно 30 миллионов унцовых либертатов. Ну, и, конечно, фишка этого набора – это вот эта монета. Монета Reverse Proof. Шикарная монета. Полюбуйтесь! Эта монета Reverse Proof идет только в этом наборе. Больше ее в продаже нет. И если бы Конгресс сегодня одобрил монетизацию унцового Либертада, то его денежная стоимость составила бы 535 песо на сегодняшний день, что будет равно 27 долларам. И данная стоимость могла бы только повышаться с ростом стоимости серебра, но никогда не снижалась бы. И миллионы мексиканцев были бы глубоко благодарны Конгрессу Мексики за монетизацию унцовых либертатов, которые они копили с 1981 года и продолжают копить и покупать по сей день, несмотря на то, что они не являются деньгами. Насколько мне известно, в 2019 году было отчеканено таких наборов 500 штук, а уже в 2020 из-за нехватки серебра всего половина – 250 штук. Посмотрите, какой у меня симпатичный номер – 3 двоечки. Спасибо за внимание! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комменты. И всего вам хорошего! Будьте здоровы!